красавиц нашего города сегодня собрались здесь, в ночном клубе «Наутилус», по поводу проведения кастинга городского конкурса «Мисс Клубный Северодвинск-2012». Давайте же узнаем, как проходил тот самый кастинг. Уже четвертый год подряд самые клубные люди города выбирают свою королеву. Для девушек-участниц это отличная возможность проявить свои таланты, удивить своей красотой и, конечно, стать лучшей. Человек, который его придумал, создал и уже держит его на уровне достаточно высоком уже 4 года, это Виктор Ларионов. 4 года уже этот конкурс будоражит, на мой взгляд, умы всех девчонок города Северодвинска, даже тех, которые не участвуют. 17 декабря каждая девушка подготовила свой кастинговый номер. Танцы, песни, стихи и даже театральные постановки в качестве собственной презентации не оставили членов жюри и зрителей равнодушными. Однако присутствие общего волнения сказалось на нескольких номерах. Тем не менее, зрители в зале поддерживали участниц аплодисментами и криками. Меня подбила подружка, и я решила рискнуть второй раз. Я постаралась выбрать то стихотворение, которое отражает меня. Я люблю юмор, я люблю неожиданные, нестандартные ситуации и небольшую провокацию. Все девушки усиленно готовятся к конкурсу. Каждая настроена дойти до финала и мечтает о победе. Ведь главным призом станет путевка в жаркую страну, а также эксклюзивные подвески из белого золота с бриллиантами. Я молодая мама, также любящая жена, и неохота сидеть дома, решила показать себя. На самом деле ожидаю очень много эмоций, потому что, выходя на сцену, просто мурашки по телу, адреналин, это вообще это невероятно. А есть девочки, которые очень эффектные на самом деле, и конкуренция чувствуется. Завоевывать симпатии зрителей и жюри конкурсантки будут на протяжении 3 месяцев в разных клубах города. Распределение по клубам определило жеребьевка участниц по результатам самопрезентации. Всех девушек ждут разные испытания. Уроки риторики, постановка танцев, дефиле вечерних нарядов. Каждый этап конкурса обещает быть незабываемым. А пока члены жюри говорят участницам напутствующие слова с пожеланиями. Хотелось бы еще пожелать девочкам, чтобы они кайфовали от всего происходящего, чтобы они получили море эмоций, научились чему-либо и, конечно же, самореализации. Всю масштабность данного мероприятия определяет огромное количество спонсоров, в том числе генеральный спонсор компании «Лаура Архангельск», поддерживающая городской конкурс уже 4-й год. Дело в том, что мы продаем очень шикарные, красивые немецкие автомобили. Это Opel и Chevrolet. Это 2 шикарных бренда, которым в этом году исполнилось 100 лет Chevrolet и 111 лет это бренду Opel. То есть это достаточно старинные, известные марки, и вот мы их, естественно, представляем. Машины шикарные и красивые, такие же, как наши участницы. До начала первого этапа конкурса осталось совсем немного, чуть больше месяца. Но уже сейчас девушки ведут подготовку. Все подробности смотри в нашей программе на телеканале РУ-ТВ. А мы желаем всем девушкам удачи!